Смотри, гля, упирается. Да они бойкая вообще. Друзья, всем привет. Вы не поверите. На календаре 9 февраля. И у нас, друзья, та-да! Первый лед. Охренеть можно. 9 февраля, первый лед. Ну такой себе лед. Сейчас, смотрите. Опа. Да вы что, тут уже кайф от того, что на него только вышел. Сейчас еще будем пытаться ловить рыбу. С вами рыболовный клуб Джих. Мы погнали. Мои 94 килограмма и плюс ботики. Лед хрустит. Тихо. Больше трех не собираться. Здравствуй, малый. Здравствуйте. Ребята, будущий блогер, будущий чемпион Днепропетровской области. Нормально, лед держит. Ребята, исторический момент. Я добрался до своего ящика. Все как и было, так и есть. Все на месте. Удилки на месте. Сейчас проделаем дырочку. Где? Не хочу я в ту дырочку, я хочу свою дырочку. Давай сюда. Сантиметров 5, наверное, лед, да? Мы не будем там, где плохой, мы будем там, где нормальный. Я старенький человек, мне надо ящичек под попу. О. Так, удилочка моя. Так, ты будешь откручиваться или нет? Что за безобразие? Да ё-моё. Ладно, заряжаемся. Кстати, ребята, Фаренгейт. На улице сейчас где-то минус 12. Но ветра нету. В принципе, в костюмчике комфортно. Еще раз повторюсь. Цена данного костюма до 3000 гривен. То абсолютно бюджетный костюм. Полностью, весь. Так. Боже, я уже разучился даже цеплять этого мотыля. Ха-ха, три раза. Тихо. Тихо, малый. Я вчера включил видосик смотреть, как рыбу ловят зимой. Я готов был вчера уже, вечером готов был выезжать. Я, это ж как накумарил, ага, насчет льда. Плюх, плюх. Все, первый пошел заброс. Ребята, кто хочет подавиться на первую рыбу с-под льда, Ванька чемпион. Молодец, красавчик. Лесочка 006, да? 0052. Да. Это я на миллиметровую ловлю. Не, ну я же за нормальными рыбами приехал. Мне такая хрень не надо. Вот, что там... Да. Друзья, первая. Смотрите, полосатик какой, красавчик. Как же ж ты долгожданный такой ты. Ай, малый, да ты шо. Девица. Слушай, это я в жизни никогда не радовался такой рыбе, а? Ах ты, бляха-муха. Так, стардан. Сейчас мы тебя отцепим. И. Блин, съел. Что, дать тебе мормышку? А я не дам. Я не дам. Я не дам и не проси. В общем, окунь в этой луже есть.
Так. Погодка просто бомба. Солнышко. Легкий морозец. И ветра нету. Вообще. Так, поехали. Следующая окуня на выход. Что-то удочка у меня поломалась. Так. Это сюда. Это что такое? Вот так. Это смс-ка пришла. Плюх. Плюх. Ты что ж такой? О, провалилась. Да, это вам не днепровские караси у Михалыча по 2 килограмма. А, у Ваньки первая сработочка. Хорошая щечка. Хорошая, да? Это хорошо. Местного кунясика. Давай, красавица, показывайся. Не, еще пока не вижу. Далековасенько. Рядышком, да. Да она и так выйдет. Он ее зубами запас. Леска, смотри, у тебя не сильно толстая, да? Да, такая полторушечка есть. За два. За два? Думаю, двушка в ней точно есть. Тоже она твою наглую морду увидела. Да не-не-не. Не, ну полторушки они тоже сопротивляются, но у них два, я думаю, есть. Да, с прошлого года этих чувств не было. Да я снимаю, что тебе еще надо? А, кстати, камера и работает или нет? А ну, глянь. Красненькая горит, Вань. Присядь, пожалуйста, от этого для меня. Пройди чуть так. Да сюда заходи, он с этой стороны, да, и все. Нормально обиженная. Открытие сезона. Первая рыба на жерлице. 20-20. Не умничай давай. Мы же за тебя сказали уже. Уже у меня пленка кончится снимать сколько. Да раз тебе, сюда, я через колено, раз и все. Да ну блин, что за тебе? Детский садик чи что? Младшая группа играться. Да. Уже второй. Да, льда так смотришь вообще как будто бы нет. Слушай, чем чаще ее подводят к лунке, тем она все больше и больше. Она себе морду наедает, да, пока? Морду наедает там. Ты думаешь, что она туда-сюда? Она морду наедает. Травяночка. Травяночка.
Понял, было 2,5, уже трешечка. Да-да-да. А ну давай, малый, давай. Сейчас еще раз она. Ну и что, сколько мне едет? 2,5. Да не мачи тверки, не гоните. 3-3 килограммовая щука, да. Класс, молодец. Трешка где-то, да. Фотосессия на память. Не забудь потом щуке фотографии отправить. Ты же инструменты попросил, Вань, на. Ключ на 10. О, номер 2. Номер 2. Опять откусил. Кура твоя мама. Ну, трешечка где-то есть, да. За счет икры. Да нет. Ну, икры-то много. Опа! Вот это раз... Курва. Вкрав мотыля и утек. Уже две рыбы с лунки. Понял? Вот попробуй в этой границе, Саня. Смена мормышечки немножечко дала результат. То есть мы поставили муравья в бронзовом таком, не бронзовом, а в этом. Ой, господи, в медном отливе. Бронза немножечко другая, она желтит. Это медненький муравей. Так. Поехали дальше. Плюх. Надо кану заряжать. И туда живчика. Сторожочек у меня фирмовый. Кабанячья щетина. Кто? Щетина, да. Тату у меня осталось, я экспериментирую так. На самом деле, да, современные сейчас вот эти лавсановые, эти самые сторожочки. Уже все уже придумано до нас, как говорится. Не, ребята, дело не в мормышке. Просто он начался немножко у него выходочек. Раздраконили мы его. Забираем в кану. Это будет живец. И, возможно, мы где-то выскочим на жерлицы. И уже, хочу сказать, даже завтра, наверное. А погодка просто песня. Монстр, монстр, монстр. Вот рыболовный клуб, вот дает, вот пече, да. Так, пошла раздача. Как говорится... Покупайте наших слонов. Хлопці, вам башко сидить, сидить, що стікає від нас, ховається. Дивіться, якого живця поймав, а ну покажи. Грам, мабуть, 150-200, да? Дивіться, о, красавчик какой. На сковородочку. Та що таке, второй раз по губам. Вот это загибает кивочек. Та ти що, як взрослий дядька, блин. Да что ж такое? Что там такое за неуловимый? Такие поклевки агрессивные. Ух, вот он, монстр. Иди сюда, малыш. Надо только мне тут узлыки вязать на леске. А? Живец. Завтра мы тебе найдем применение. Шо,
Хочу сказать, ребята, солнышко свое дело делает. Немножечко ледок, конечно, морозец есть, но начинает местами прогибаться лед. Рыбалочка немножко экстремальна. Как-то на лед выходили более увереннее, чем сейчас на нем находимся. Хотя не везде. Рыболовный клуб «Джик» майже в сборе. Рвет. О, повторуха-муха. Шо, давайте будем рыбу ловить. Як я за вами соскучився. Як дела? О, тільки ви приїхали і окунь перестав ловитися. Що-то ви якісь копчені там. Так і должно быть. Малыши. Давай, давай. Давайте не будем купаться. Короче, сука ты, 7 минут на льду и уже дивиться. Раз, два, три, четыре, пять, это шесть, семь, восемь. Да? Да, окунь не клюет, чтобы вы понимали. Живца не могут поймать, бедненькие. Да. За эти купи живца. Все, на камеру клевать не будет. Да ладно. На мою будет, у меня камера специальная. Ваня, бери живца. А что у тебя? Покажи, пожалуйста, нашим дорогим зрителям, какая у тебя мормышка. Сейчас, погоди, Эдик, я уже тонул. Да не тони. Все, я отхожу, тихо. А ну, самую ловистую мормышку. Оно обычная дробинка. Обычная дробинка, друзья, поняли? Вот так вот, чтобы понимать. Да, окуня здесь нету и не было. Пока Ванька отсутствует, его жерлицы срабатывают. Да шморгай ее. Она сейчас такая жах и все, и сразу в пасть. Да. Идет потому, как она упирается. Не мацюкайся. А? Не мацюкайся. А, я понял. Сошла? А, нет, пришла к нему. Сошла. 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 А, или нет? Пришла сюда. А, она пошла на опережение. Да. Ну такая. Напрягать не будем. Ну вымотала ловко, смотри. Если тут глубина, говоришь, одинаковая. Ну почти тут, да, метра два-три, наверное. Гля, упирается? Да, бойкая вообще. Эдик, отойди чуть дальше. Как по первому льду. Да не. Бойкая, зараза. Еще и намотала, походу, на себя. Вон она, слева вижу. Хорошая щука. Ха-ха. Да нет, нет, пока нет. Польторушка. Польторушка. Сейчас хоть фотки поделаю, давай. Держи ее, малыш. Ребята, чтобы вы понимали, вот так вот рыболовный клуб «Джик» проводит свой досуг, когда мы ловим рыбу. Конечно, не самый такой, сказать, красивый пейзаж, но... Приятный, да? Да. Что будет, Санечка, у нас через часик? Селедка. А то и 20 минут, да? Ну, через минут 40. Да. С таким ножом через минут 40. Не, нож хороший, но маленький. Да. И еще хочу вам показать вот такую штуку. Сейчас. Дым-дым, я масло не ем. Тут у нас будет шашлычок. Клево! Это вам не в лодке. Это на льду. Филешечку снимаем. Это слюнки вообще. Выделение, блин.
Не, у нас не практикуют. Мы к рыбе относимся уважительно, не надо ни ног нам. Хрена себе уважительно, взял по голове и застукал. А что же, она живую, что ли? Ну да. Ой, иди сюда. Зимний натюрморт. 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 Идем уже марта. Да. Слушай, тут уже до марта осталось. Ну, мы, я так полагаю, еще в феврале еще порыбачим на лодке. Как вам такая красота, ребята? На 48-м году жизни только узнал такой лайффак. Чтобы не горели угли, надо просто засыпать солью, да, Вань? Да. Блин, я не знал, сколько живу. Да, для меня это нонсенс. Можно лимонная кислота, будет звук красивее. Звук красивее. Нам зато дым, смотри, едет. От звука коптиться не будет, точно. Да, красотища. Ай, какая красотища. Что-то мне от вашего шашлыка скользко стало. Дай, да. Он сидит не за рулем, ему что ему? Молодец. За меня молодец. Так. Колганивочка. Я не. Вань, дай по салону. Что я должен за вами ухаживать тут еще? Ну так ты рядом. Пилотку конкурента. Да. За первый лед в середине февраля. Ну а что делать? Вот это, конечно, плохо. 100%. Что, именно рыбы? Нет, кто не пьет, тот хавает. А ты как? Никакой справедливости. Вообще абсолютно. Горяченькое мясико. Да, на холодном льду. Да ты что? Вообще. Друзья, ну вот... Буквально сколько прошло, Сань? Минут 30, да? 40. Да? Сколько? Не, побольше, наверное. Ну, может быть, да, 40-42 минуты. И вот, смотрите. Просто мяса да. Нет, да. Водки нет. А смотрите, что есть. Вот такая красота. Это 42-минуточка. Буквально час назад она плавала еще в этом водоеме. И вот уже. Это просто фантастика, ребята. Ребята, ну что, на сегодня наше первое лёдие закончилось. Завтра еще будет второе лёдие, а потом встречаемся на воде, да? Да, так точно. Железно, потому что, ну, вы же видите, в Украине у нас такая история, а? Вот. Возле воды. Да не, возле воды мы всегда уже встретимся. Завтра собираемся на лёд. Что ты всем рассказываешь, чтобы первое лёдие закончилось? Потому что завтра второлёдие выйдет. Саша, ну что ты это самое? Все склеено. Все, друзья, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. И все дружненько там с рыболовным клубом Джих. Всем привет, всем пока. Все, пока-пока.